Туркестан – культурная столица тюркского мира. Не случайно Туркестан в этом году был выбран столицей тюркского мира. Это событие надо воспринимать в том числе и как уважение к Южно-Казахстанской области, подчеркнул на предпраздничном брифинге заместитель акима области. Туркестан – город, которому уже более 1500 лет. Известный историкам еще как Ясы и Шавгар, он являлся столицей казахского ханства. Здесь проводились церемонии их вступления на трон. Именно сюда направлялись послы иностранных государств. Один из самых знаменитых памятников Туркестана посвящен Ахмету Ясави. Трехкратное его посещение в древности приравнивалось к паломничеству в Мекке. Начало празднования этого события в рамках мероприятия «Туркестан» В течение года в Туркестане пройдут значимые события, связанные с тюркскими традициями. Это и фестиваль ремесленников, и фестиваль архитектурно-строительных проектов стран Евразии. Также можно будет посетить выставку фотохудожников, фестиваль танца и послушать звезд оперы и балета. За год более 40 культурных проектов. Аким Южно-Казахстанской области Тюмебаев Жансейит Хансейтович уже утвердил план. Неделя проводится в период с 15 по 21 марта. Неделю планируют начать проведение мероприятий «Наурс-пати». Кроме того, выставка ручного ремесла, праздничные мероприятия «Добро пожаловать на Урус», субботники, ярмарки сельскохозяйственных товаров, благотворительные акции. Также заместитель акима области показал журналистам логотип, который специально был выбран для этого мероприятия. На вопрос журналистов, готова ли область к встрече такого большого количества гостей, в том числе иностранных, заместитель акима ответил утвердительно. Да, мы готовы к встрече и размещению гостей, которые посетят нашу область на празднование Наурыза. Часть из них мы расселим в гостиницах Шымкента, а часть в Туркестане. Также уже подготовлен и необходимый транспорт. Церемония закрытия года «Туркестан – столица тюркского мира» пройдет в октябре. На официальной церемонии закрытия эстафета культурной столицы будет передана следующему городу, определенному на 2018 год.